Здравствуйте, уважаемые друзья и зрители моего канала «Чудесный огород». Конец июня. Конечно, подводить итоги еще рано, но мне хочется сделать небольшой видеообзор огорода и цветников. Перед вами томаты, которые были посажены 7 мая. Томаты на нашем участке все растут в открытом грунте. Я выкладывала видео, как я высаживала томаты под укрывной материал. И некоторые зрители мне писали в комментариях, что это очень хлопотно. Но результат не заставил себя ждать. На сегодняшний день уже есть на томатах завязи и много цветочных кистей. А вот эти томаты высажены были 10 июня после угрозы возвратных заморозков. На фоне томатов, посаженных в мае, они, конечно, выглядят маленькими и только набирают первую цветочную кисть. Перцы посажены после 10 июня. У нас посажено 6 сортов перцев. Растения небольшие, но уже с плодами и хорошо набирают цвет. Баклажаны 3 сортов также высажены после угрозы возвратных заморозков. Баклажаны растут в переносной тепличке «Подснежник» и уже завязали плоды. Огурчики. У нас на участке 3 грядки с огурчиками. В первую грядку мы высадили огурцы рассадой, на ней уже есть огурчики. А в грунт посажены огурцы на 2 грядках, примерно с интервалом 2 недели, чтобы продлить плодоношение. Кабачки посажены непосредственно в грунт. Капуста ранее. Я показывала, как я выращиваю рассаду, как высаживаю капусту. Цветная капуста. Брокколи. И капуста для хранения. А вот пекинская капуста в этом году меня не порадовала. Очень хорошо завязывались кочаны, я ее высаживала рассадой, но наступила жара, и вся капуста пошла в цвет. Конечно, мы взяли с кочанов самые нежные листочки и приготовили голубцы. Но в полной мере урожая не получили. Ну что ж, бывают и неудачи. Лук посажен сивком. Мелкий лук-шалот соседствует с ранней капустой. Двухъярусный лук. Уже появились воздушные луковицы. Лук эксибишн высажен рассадой. Немножко запаздывает, но до уборки урожая еще есть время. Ну, посмотрим, как себя он проявит в этом году. Здесь посажен лук-шалот. Это крупные сорта, видно по перу. Морковь. Я сею разные сорта моркови с разным вегетативным сроком. Петрушка. Яровой чеснок. Земляника. В этом сезоне самые первые и самые крупные цветы были побиты возвратными заморозками. Урожай, конечно, есть, но растение в полной мере себя не покажет в этом году. Конечно, нам хватит и покушать. Мы уже кушаем землянику и уже начинаем замораживать и на варенье собираем. Но все-таки земляника требует очень большого ухода. И каждому садоводу-огороднику хочется увидеть полное плодоношение. Ну, вот так бывает. А теперь приглашаю вас прогуляться по цветникам. Thank you.
На сегодня все. Большое спасибо за внимание. Я желаю вам всего самого доброго, прекрасных урожаев. До встречи. Пока-пока.